пожалуйста, сможете выкупить заказ? Нет, не смогу. Тогда сможете выкупить, когда планируете? Когда ты мне отсосешь? Что? Как плохо слышно? Когда ты мне отсосешь, говорю? Все разговоры записываются. Все вы понесете наказание за оскорбление оператора при исполнении своих обязанностей. Ебанашка, ты себя слышишь хоть? Какие? В каком при исполнении? Тогда вы сможете... Тогда! Голосуй, пониж шкуру. Если вы не образованы... Тогда вы сможете выкупить заказ. Когда ты, тупая шлюха, найдешь себе нормальную работу. Когда вы найдете себе работу нормальную, сможете оплатить заказ. И при этом образование получите, чтобы общаться с людьми. Да, чтобы работать за вонарем, как ты. Не в законе, а с людьми. Мы осуществляем мониторинг срока выкупов, подготовили пакет документов, включающий... Да, подготовь свою жопу дырявую. Но вы, походу, кроме скотов-то ни с кем не общались, поэтому общаться не умеете. Поэтому будем ждать выкупа по ссылке жди, на почтовом отделении. Жди, мы осуществляем мониторинг жди. Срока выкупов. Вам там место, вот вы там сидите, там и сидите. Будем ждать выкупа. Да жди сколько угодно, посылка, дура кончена. Ваша посылка ожидается на почтовом отделении. Все, нахуй послано. Будем ждать выкупа. Дожди сколько угодно. Мы можем, когда они вами уже. Поэтому ждем выкупа Всё. На почтовом отделении. Все, давай тусуйся, шлюха. Не забудь, пожалуйста, вас. Не забудь свою жопу помыть. Свою жопу нет, не забудь помыть. Вы сначала свою вымойте. Нет, сначала ты свою вымой, чтобы она не воняла. Маня. Свою помой, потом общайся. Маня, ты свою подмой сначала. А, все.